Добрый день, дорогие друзья. Хочу сегодня еще раз вернуться к теме обманутых дольщиков, учитывая, что вы вопросы задаете. Совершенно очевидно, что мы подходим к завершению решения этой проблемы. И сегодня следующий этап, который правильно было бы с вами обсудить, ну и сказать о том, что сделано. Во-первых, отвечая на вопрос по согласию, это дом в Энгельсе, решение по нему принято. Исходить из этого, документы должны поступить буквально сегодня-завтра уже в регион, но в рамках наблюдательного совета решение принято, принято положительное по достройке. И хочется сказать, что нам крайне важно, чтобы здесь и была выбрана правильная организация, и чтобы контроль осуществлялся. Далее сегодня состоится комитет по аудиту по СУ-164. Завтра планируется этот вопрос вынести для рассмотрения на наблюдательный совет. Ожидаем решения. Также в течение июля месяца, если будут подготовлены необходимые документы, которые требуются для рассмотрения, программа «Максимум» выглядит следующим образом. Это рассмотрение, соответственно, дома «Жемчужина», многоэтажный жилой дом по улице Гвардейская. Это, соответственно, «Стройинтерсервис», Чернышевский проезд, подчеркиваю, дом 1, город Саратов. Все идет на достройку. И еще один дом, который, возможно, до конца июля будет рассмотреть и решение может быть принято, по Федоровской 6. Здесь речь идет о предоставлении денежной компенсации. Таким образом, у нас с вами в августе должно остаться всего 4 дома. Если мы выйдем на это решение, дальше опять-таки многое будет зависеть от вас. Потому что есть, допустим, дом, который недавно только был включен, по нему подписано соглашение, но отсутствует пока оценка, соответственно, реестр не предоставлен дольщиков. Это рабочие вопросы, надеюсь, мы их тоже решим, потому что нам важно с вами постараться, как уже говорил, до ноября закрыть все проблемы, но если мы с вами поработаем без отпусков, а это адресую тем, кто работает в правительстве в первую очередь, потому что вы осуществляете коммуникации, то можно будет решить проблему и людям помочь в августе. Со своей стороны сделаю все для того, чтобы помощь оказать и с контроля не снимать, пока у нас последний дом не получит либо компенсацию, либо решение на достройку. Надеюсь, что настроение многим улучшил. Спасибо вам большое.